Торговая недвижимость в Перми стала лидером по падению цен в октябре. Причем отрицательная ценовая динамика на рынке купли-продажи коммерческой площадей отмечена практически во всех сегментах. Об этом говорят аналитики «Медианы». Цена за квадратный метр торговых площадей упала по сравнению с сентябрем почти на 2% и составила чуть менее 61 тысячи рублей. При этом по стоимости эти площади остаются самыми дорогими. На втором месте по проседанию офисная недвижимость. 0,25% за месяц. Средняя цена продажи составила 50 тысяч рублей за квадрат. В обоих этих сегментах лидер по количеству предложений – Свердловский район. Производственно-складские помещения предлагались в среднем по 18 тысяч за квадрат. Игроки рынка отмечают, что на помещение небольшой площади оставался стабильный спрос, однако крупные площадки, чтобы стимулировать покупателей, снижали цены. Одновременно для крупных игроков специалисты по-прежнему отмечают отсутствие качественных площадей. Не строятся и не хотят складываться в новые коммерческие помещения. Это связано с тем, что и нет игроков, которые заходят на рынок и хотели бы размещаться в этих больших, крупных торговых центрах. Здесь тогда нужно уходить вообще в инвестиционную привлекательность самого города, чтобы такие крупные игроки заходили и хотели развиваться. Эксперты отмечают, что в конце года падение цен прекратится. В первом квартале 2017-го они останутся на текущих уровнях. Некоторые игроки рынка ожидают небольшой рост цен в секторе стрит-ритейл.